Прежде всего, с победой, твои эмоции, твои впечатления, твое мнение об этой игре. Спасибо большое. Ну, игра тяжелая, наверное, больше всего из-за погодных условий, потому что нам первые минут 20 так было тяжеловато играть, если честно. Воздух такой, большая, высокая влажность, и плюс жарко было. В принципе, потом, когда взяли мяч под контроль, было уже полегче играть. А так, ну, положительные эмоции, выиграли в любом случае. За сборную всегда приятно побеждать, какой бы это ни был официальная товарищеская игра. Мне кажется, в этом матче ты вообще ни одного верха не проиграл. Насколько вообще вот эта уверенность придавалась с первой минуты, и за счет чего так получалось надежно сегодня сработать на втором этаже? Ну, я бы не сказал, там, по-моему, был момент, когда там еще проиграл один раз, но, в принципе, наверное, мало было единоборств вверху, и поэтому где-то 2-3 их выиграл, поэтому, наверное, так оно показалось. А так, защитники играли хорошо, полузащитники играли хорошо, нападающие хорошо, поэтому, наверное, вкупе это и дало такой положительный исход. В ряде моментов ты брал мяч, тянул вперед, было ощущение, было желание, вот давайте начинать атаку, дайте мне посмелее, побольше свободы? Ой, ну, если честно, действовал по ситуации, как диктовала условия игра, поэтому, когда была свободная зона, тогда можно было входить и начинать атак. Ну, у нас в команде здесь собраны ребята, которые могут и без защитников начинать атаки. Как тебе в паре с Сергеем Полетевичем было играть? Все хорошо. Серега сильный футболист, у которого можно поучиться много чему, поэтому с такими людьми приятно играть всегда.